Эй, всем привет, друзья! С вами Крис, на канале Крис Плюс Плей. И мы сегодня будем играть в игру старую, конечно же. Это еще Дэнди, я больше скажу. Донки Конг. Донки Конг. И это не Шакил Анил на экране сверху. Это Донки Конг с какой-то девочкой. Смысл игры, я думаю, ты знаешь. А если не знаешь, то узнаешь. Все узнаешь со временем, все узнаешь. Ну и что, блядь? Иногда я просто охуеваю с этого управления здесь. А, что, пошли, погнали? Как мне, блядь, здесь? Чё? А, все, я так бегу. Ага, хорошо. Прыжок, блядь. Пиздец. А, блядь, понятно. Все, понятно. Бочечка, она, я думал, она просто катится вниз. А он. Ее кидает вниз, мразь. Слышь, у меня есть только прыжок. Я умею только перепрыгивать через них. Ничего, блядь, лезь наверх. Лезь наверх, блядь, долбоёб. Они еще катят сюда такие. На, блядь, мы катимся, мы бочки. Все, пиздец. Хоп. А, можно вот так наебывать, да? Сука, что это такое? Что это такое слева? Что это за конфета, блядь, грязная? Давай. Донки Конг. Ничего, блядь. О, нихуя. А, блядь. Здесь нельзя падать на уровень ниже. Я вообще забыл эту игру. Просто, блядь, не помню. Нихуяшеньки. Эта еботина, она разъеботит все бочки. Разъеботные. Понимаешь? Она разъеботит все бочечки. Ее просто нужно взять. И тогда ты спасен. Ну чё, блядь, давай. Причем это, сука, первый уровень, блядь. Ну почему он такой? Это первый, блядь, уровень. Я каждый раз хуею с игр с Дэнди. Почему они такие, блядь, сука, сложные? Это, блядь, был первый уровень. Я его не смог пройти. Ебануться можно. Ебануться. Первый, блядь, уровень. И уже не пройти. Как ребенок маленький в это может играть? Сделать его полегче, блядь. Ебаный в рот. Хуй поймешь. Ты больше всего мне забивает музыку, блядь, во всей этой дынте. Ну и чё, блядь, забери ты её. Сейчас я всех расхуярю, эти бочки, блядь. Все, блядь. Чё? А, блядь, я не могу. Сейчас. Никуда забираться с ней. Представляешь, я не могу. Всё, сейчас могу. Она тут типа действует какое-то время. И все, блядь. И после этого... Какого хера, блядь, она на лестнице свалилась? Как это, блядь, возможно? Где тут физика-то, блядь? Где тут логика? Это бочка, блядь. Она неуправляемая. Она не может так действовать. Она не может, блядь, так летать. По своей воле, блядь. Вниз, раз и пошла, блядь. Какого хуя это, блядь, так здесь сделано? Это же тупость, блядь. Чего я, блядь, хочу от игры? Хуй за какого года? Это игра из прошлого века, ебанусь. Прошлый, блядь, век. Многих из вас еще даже не было, блядь, на свете. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Как и музыки, да, видимо? Потому что здесь не музыка, это хуйня. Нахуй, я больше эту хуйню брать не буду. Это бесполезный, блядь, бред. И че, блядь? И как мне? Как это все, блядь, работает? Бери ты ее, заебал. Бери ее и давай эту мартышку, блядь, отпиздим. Она, сука, загандошила меня своей хуйней этой, блядь. Кидает. На, пошла в жопу, блядь. Ну и чего, блядь, и чего? Пиздец. Просто пиздец. Надо навстречу прыгать, понимаешь? Навстречу. Ебанутая игра, ебанутая. Ладно, хорошо. Гейм овер, просто, блядь, гейм овер. Я не могу, первый, блядь, уровень, блядь. Первый, блядь. Вот. Видимо, эта игра всего из одного уровня. Проходишь, молодец, все. Можешь кадриши продавать. 82-й год. Эта игра была на Nintendo создана в 82-м году. Пиздануться, да? 82-й год! Ей почти 40, блядь, лет! Охуеть можно! Просто ты вдумайся вот. Ёб твою мать, эти бочки, они вообще не... Ты не понимаешь, куда и как они катятся. А самое тупое, то что ты не можешь с этой хуйней залезать на лестницу. Не можешь. Ты вот стоишь, как долбоёб, дрочишь ее вниз вверх, дрочишь вниз вверх. Вниз вверх, вниз вверх, и все, блядь. И все. Пока она не пропадет. Все, пропало. Ёбаный Донки Конг. Вот по-другому не скажешь. По-другому не скажешь, эта игра не проходила. Я вроде не долбоёб, но я не могу ее пройти. Я не могу эту игру пройти. Хотя не долбоёб. Я проходил Бомбермен, Марио. Чё тебе надо? Иди нахуй. Что это? Почему она сама летает? Как мне с этой хуйней вообще совладать, если она сама летает? Куда она полезла? Что это происходит? Что это, блядь, происходит? Это же не... Это же бред. Это же полный бред, блядь.
все пиздец. Она загорелась, она меня уничтожила. Я не понимаю. Я не понимаю. Мне, блядь, уже даже на третий уровень зайти. На третий, блядь, не зайти. Эту ступеньку. Что это? Ступенька. Пролет. Хуй поймешь, что это. Бочка сама загорается от масла и как хочет, так и пиздует наверх дальше. Ну и что? И как это можно пройти? Как это можно пройти? Можно перепрыгивать. Хорошо. Перепрыгивать — это уже хорошо. Нахуй ты молотки, блядь, это хуйня. Спасёмся, ты ёбаную принцессу. Дон Кихон, долбоёб. Пошёл нахуй отсюда вообще, блядь, обезьяна тупая. Я-то думал красиво. Ой, блядь, это ещё какой-то уровень, да? И чё, блядь? Чё он делает? Чё это прыгает такое? Зонтик? Пи-ли-ли-ли. Что это такое там летает? И как мне с этим бороться? Музыкальная озвучка. Просто, блядь, высший пилотаж. Все, забрался. Я молодец. С первого, блядь, раза. Все уже, опыт есть. Первый уровень самый был сложный. Потом какая-то хуйня. Легко. Все, легко. Легко и просто. Что он ничего не делает, да? Вот почему он нихуя не делает? Он ничего не кидает, ничего не происходит, я просто бегу к нему и все. Бочка, иди нахуй. А, что-то еще забрал, да? Что-то я взял там. Да, блядь, нахуй ты взял-то ее, блядь, выбрось ее, пока еще время есть. Долбоёб. Выбрось это, блядь, эту хуйню. Я нихуя не делал, он сам. Я ничего не делал. Он сам это сделал. Гейм-овер. Гейм-овер! Ёбнуться можно. Ёбнуться. Давай. Давай еще раз попробуем. Ну, блядь, ну теперь понятно, как это проходить. Но тут так мало жизни дается, что это, ну, это просто... Три жизни на всю игру. Без сохранений. И ты маленький ребенок, ты сидишь с ним, играешь и такой, типа, чё, блядь, я так старался. Я весь день его убил, чтобы дойти до этого третьего уровня. И все заново. И игра такая, да, блядь, а ты чё? Я, блядь, такая игра. Я не буду тебя жалеть, пошел ты нахуй. Меня не волнует твоя детская психика. Мне вообще похуй. Мне вообще похуй на твою детскую психику, блядь. Понял? Так что можешь плакать, можешь не плакать, можешь выключить игру, нахуй, разъебать свои претензии. И больше ее не включать. Выкинь картридж. И больше, блядь, не играй. Это игра для взрослых. А потом ты вырастаешь такой, ну все, блядь, я готов. Я взрослый. Сейчас я разъебу эту игру. Нахуй вообще, покажу ей, блядь, что такое счастливое детство. Из-за нее, почему оно потеряно считается, и все такое. И все, а ты начинаешь играть, и такой, типа, ну да. Теперь я понимаю, почему я вырос таким депрессивным человеком. Потому что невозможно в эту быть счастливым человеком, когда тебя эта игра ебет как хочет. Уже маленького тебя ебет как хочет. Это невозможно. Она тебя просто вот разъебывает, и все. Я взрослый человек, я не могу, блядь, ее нормально пройти. Не буду. Мне приходится ебаться, кстати. Ебаться с этой игрой. Делай с ней, что хочешь. Ну, что хочешь, блядь. Но не получается ее пройти. Вот что это, блядь, сейчас было такое? Я нажал прыжок. Почему эта мразь не прыгнула? У меня осталась последняя, блядь, жизнь. Я вообще, блядь, он еще прыгает. Видел, как? Пиу, совсем чуть-чуть. Не как какой-то там ассасин. А прыгает он. Да, блядь, что за хуйня? Ну почему, блядь, не работает клавиш? Он прыгает как ассасин, блядь, а не ассасин. Заебал, блядь. Что за дурень? Что за дурень-то, блядь? Вся игра, да, три уровня, блядь, не могу пройти. Пиздец. Просто пиздец. Какая нахуй пауза? Пауза мне не нужна. Как убрать эту паузу, заебал? Как ее убрать? Ну, и чего, блядь? Пауза, иди нахуй отсюда. Пауза появилась, нехай ты снизилась. Все, пиздец. Будем с паузой играть. Ой, блядь, мышка еще пропала. Мышка еще упала. Еще упала мышка. Ладно, окей, новая попытка, будет сейчас последний раз. Я, блядь, уж я не могу уже, блядь, в неё играть. Заебало, блядь, эта игра вымораживает. Своей простотой и тупостью, блядь, вот реально. И музыкой, особенно музыкой. Ну, лучше бы вообще без музыки, да, чем вот с такой хуйней. Это не музыка, это какая-то хуета. Нормальный человек такое слушать не может. У него в голове происходит помутнение. Ту-дум. Ну, вроде все просто, да? Раз. Ну ты сам все видел. Ты сам, блядь, все видел. Эта тупая обезьяна просто ёбнула меня бочкой сверху. И все, блядь.
просто ебнул меня бочки сверху. А я уже добрался до самого верха. И что я должен делать вот в такой хуйне? С такой хуйней, в такой хуйне всегда что я должен делать? Ебанутый, блядь, уровень, не ебанутый, я не понимаю, я не понимаю. Очень сложно, очень сложно. Попробуй сам, вот если ты не веришь, попробуй сам. Ну какая такая лестница нужна, да, на которую не забраться и за которую не зацепиться? Зачем такая ебнутая лестница? Давай быстрее, забираемся, ребят, забираемся. Эта мартышка тупая, сейчас в нас кинет бочку. Ну, блядь, ну пиздец, это невозможно. Это невозможно так играть. Это, блядь, бред какой-то. Геймовер, все пиздец. Три жизни, блядь. Три жизни дается, чтобы все их удачно так проебать. Я еще раз попробую. Я не могу, блядь, ну что за бред? Как можно, блядь, не пройти первый уровень? Как можно его, сука, не пройти? Нормально, вот так, с первого раза. Это первый, блядь, уровень. Тут должны мне просто дать возможность забраться по лестнице, по пустой, блядь, лестнице, и все. Без всяких ебаных бочек, блядь. Тут на первом уровне тебя ебут, как, блядь, хотят. Во все щели, во все эти отверстия просто взъебывают. И нихуя ты с этим не сделаешь. Тебя просто ебут. Все, забрался, блядь. Кстати, я обратил внимание, что оборванные лестницы, по ним скатываются бочки, а по необорванным не скатываются. Вот такой я вундеркинд. На 13-ю минуту я это понял. Понимаешь? Какой вундеркинд сейчас играет в эту игру? Так, просто прыгни. Просто, блядь, прыгни, вундеркинд. Но... Блядь! Я носочком коснулся эту хуйню! Почему я упал, блядь? Не понимаю. Почему я упал? Я носочком ее коснулся. Это нечестно просто по отношению к логике, к физике и вообще, блядь, к разуму. Блядь, иди нахуй сюда, бочка, заебал меня. Ну, ничего, блядь. Вот сейчас смог, да, вот сейчас получилось. Сука, там бочка. Там горящая бочка. Там моя сумочка, иди нахуй, бочка. Где безопасная зона? Она здесь, да? Все. Нормально, хорошо. Забрался. Блять, меня почти эта прыжинка ебанула. Почти ебанула меня. Ты видел, там был просто кроха. Там была крошка. Крошка по размерам до того, чтобы меня ебануть. Музыка сейчас просто наебнется. Мне кажется, звуковая карта даже не способна воспринимать эти звуки, созданные в то время. Блять, ты лезь наверх, заебал, стоит, блять. Я жму наверх, он стоит, нихуя не делает. Давай, блядь, лезь, полдурок, ебаный. Сумочка, ебаная. Так, хорошо. И чё, блядь? Вот чё дальше делать? Я нихуя не понимаю, чё дальше делать? Блядь, дальше надо просто, сука, сдохнуть, блядь. Упади в эту ебучую яму. Так, что ли? Что за тупая игра? Ну, блядь, ну это невозможно так играть. Ебануться можно. Почему? Это обезьяна без мозга мне мешает. Стоит наверху, блядь, и нифига не происходит. Геймовер. Пиздец, геймовер. Геймовер, блядь! Невозможно. Это хуйня какая-то. Это какая-то хуйня. Это ёбнутая игра. Просто ёбнутая. Она просто вымораживает вообще своей ебанутой тупостью, блядь. Звуком, блядь, своим особенно. Физикой, блядь, всем. Иди, блядь, жопу показал. И чё, блядь, всё, иди. Так, здесь я уже понял, что вы, ебанутые, не будете на меня падать сверху, вот здесь. Вы не будете. А, не будут, всё, они не будут. Они не будут. Всё нормально, здесь всё хорошо. Всё, первый уровень, он понятен, он лёгкий. В этом плане сейчас... Ты просто поебался, блядь, полдня. Сейчас уже всё легко, понятно. Все, теперь аккуратненько. Сюда мы едем. Сюда забираемся. За зонтик забираем. Ну, хорошо. Сумочка, блядь! Все, сука, успел. Сумочку взял. Да, блядь, ёб твою мать, да какого хуя не работает? Я не знаю, у меня сейчас истерика уже будет. Почему, блядь, не работает ёбаная кнопка? Как можно в неё играть? Я нажал кнопку, я отвечаю, я клянусь, блядь, я нажал. Я 8 раз нажал, пока падал, еще раз. Но она, мразь, не хочет, блядь, по клавиатуре работать.
по-человечески не хочет. Ей вообще похуй на твои мнения, на твои желания. Она просто... Иди нахуй, тут там моя сумка, блядь. Ты, блядь, бочка ебаная. Я прыгнул, блядь, я уже жму заранее 8 раз. Потому что по-другому она не работает. Пошла она. Пиздец. Все, блядь, пиздец. Игра багованная. Игра багованная, нихуя не понимаю. Не. Я идеально играю. Игра багованная. Все. Так и запишем. Видимо, надо всю эту хуйню собрать. Сука, пиздец. Он как будто бы в новых кроссовках, знаешь, такой. Когда у тебя новые кроссовки, и где-нибудь ты играешь в какой-нибудь баскетбол, у тебя такой чи-чи-чи-чи, такой скрип происходит. Походу, у него вот такие новые кроссовки. Видишь, надо, видимо, все собрать. Все эти хуёвины. А, здесь прыгнуть. Собрать зонтик. Все. И тогда он падает. А, ну типа понятно, все обрушилось. Пиздец. А почему-то первый уровень не обрушился сначала, когда я все оттуда убрал. Он почему он висел? На чем он висел? Любовь, все, любовь. Пиздец, охуенная. Все, вся игра? Это, блядь, вся игра? Это, блядь, вся игра! Ебануться, блядь! Три уровня, сука, которые не пройти, блядь, себе нахуй оттуда. Пиздец, это тупая игра. Все, блядь, я не могу. Я не могу. Давай, на этом это закончим. Подписывайся на канал, включай колокольчик. Пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся на паблики. Все ссылки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.